Алексей Львович, взгляд инфо, Панчин Владимир, пару слов можно у вас? Ваше мнение по поводу решения суда, хотел бы узнать. Давайте немножечко, сейчас надо как-то понять, что происходит, а потом я с удовольствием отвечу на все вопросы. Хорошо, когда смотрим? Я за два месяца немножечко подотвык так от общения. У нас общение было так крайне ограничено, поэтому хорошо. Чуть позже я с удовольствием поговорю.